Так, 30 марта 2021 год, очередная попытка поймать МКС. Вот он наш любимый. Выдержку, то есть это ISO поставил 400 все-таки. О, на фоне звезды пролетело шикарно. ISO 125, ну просто очень темно. Тут немножко покрыть. Наверное, переключусь сейчас все-таки на ISO сотню, когда будет вверху хорошо видно. Ну, если что, один дубль этот будет.